Сорт томата «Лето любви». Это среднеспелый сорт, 110-120 дней проходит до созревания плодов. Куст высокорослый, высотой 1,72 м. Нуждается в опоре и посынковании. Листья обычного типа. Кисть простая. Плоды крупные, бифштексного типа, плоскоокруглые, массой от 250 до 500 грамм. Иногда с небольшой ребристостью на плечах и легкой дольчатостью. Окраска зрелых плодов экзотическая, полосатая, фон красно-коричневый с небольшим оранжевым тоном, а полосы прерывистые, контрастные, многочисленные зелено-оливкового цвета. Окраска мякоти оливково-зеленая, с красно-коричневыми участками, а в сердцевине малиново-розовое пятно. Семенных камер много, семенные камеры среднего размера. Сорт очень урожайный, по вкусу плоды сладкие, вообще без кислинки, вообще изумительный сорт. Подходит этот сорт для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Попробуйте вырастить этот сорт у себя, и я думаю, что это станет вашим самым любимым сортом томатов.